Различные топы, факты, рубрики в Майнкрафте, без модов и также обсуждения о мире Майнкрафта. Все это вы сможете найти на канале Стронга. Заходите и подписывайтесь. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию продолжения прохождения замечательной карты про хирурга, где сегодня мы будем дальше продолжать отрезать писюны, вырезать кишки, многое другое, прямиком в Майнкрафте. И ребята, если вам понравится эта серия, я вам от всей души скажу большое спасибо, если вы поставите лайк. Ребята, я даю вам свое слово, если мы все дружно соберемся, каждый из нас кинется по такому большущему пальчику вверх, и ребята, мы с вами наберем 2500 лайков на вот этой серии, я даю вам свое слово, то что завтра я выпущу новую часть с прохождением какой-то новой карты, новую серию завтра, ребята. Не паникуйте, пожалуйста, это всего лишь одна секунда, чтобы поставить один простенький лайк. Пожалуйста, ребята. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. И также, ребята, можете рассказать об этом видео своим друзьям, сделать репост ВКонтакте и также оставить комментарий, потому что я отвечаю на комментарии, если я, конечно, посчитаю это нужно, и просто если мне понравится ваш комментарий. Поэтому соображайте, что писать, я, может, даже на него отвечу. Да, ребята, а сейчас мы будем приступать. Да, дайте я передышку сделаю небольшую. И сейчас, ребята, кто помнит, то мы давненько проходили вот эту карту. И что нам нужно сделать в первую очередь? В первую очередь нам нужно вот этому чуваку, который, я, если честно, даже не знаю, кто это такой, но с ним что-то случилось, раз он стал нашим пациентом. Поэтому, в первую очередь, нам нужно залатать ему порезы, и во вторую очередь нужно избавить его вот этой кожи, да, которая там поврежденная или что-то в этом роде. И сейчас, ребята, у нас второй уровень. Нам нужно найти всякие микробы, всякие бактерии и всякие поврежденные органы, которые находятся в него в организме. И у нас на это будет всего лишь, сейчас посмотрим сколько, 160 секунд, чтобы нам найти все бактерии, чтобы нам найти все микробы и чтобы просто-напросто пройти вот эту карту. Нам нельзя падать вот в эту жидкость, или что это такое, если честно, сам не представляю что. Но, ребята, мы уже прошли достаточно-таки много уровней, и сейчас мы будем дальше... Я вижу там уже орган. Так, я вижу орган. И нам, ребята, нужно дальше пытаться проходить вот это все, находить бактерии. Если честно, то чем дальше, тем это намного сложнее становится. Потому что это все становится настолько тяжело, то что очень вообще непредсказуемо, где это все может находиться. В какую сторону нам идти, куда нам подниматься и вообще куда нам смотреть. Потому что я, если честно, вот сейчас не вижу ничего, что мы тут можем найти. Я пока что не видел еще ни одной бактерии, но я надеюсь, то, что я ее найду в скором времени. Потому что, как видите, у нас уже время тикает, а я, если честно, еще ничего не нашел. И в каждом уровне у нас вроде есть по 5 бактерий, то есть 4 бактерии и 1 орган. Вот это у нас там находится. У нас есть 4 бактерии и 1 орган, ребята. Нам нужно это все вырезать с организма вот этого бедолаги, который, я не знаю, где-то там стукнулся, что-то упал, и сейчас ему нужно вырезать все кишки, как у нас было даже в первом раунде. Несчастный чувак упал с велосипеда, нам нужно было забраться к нему в желудок и вырезать там ему, я не знаю, легкие нафиг. В чем смысл? В чем смысл вырезать чуваку легкие, если он бедняжка с велосипеда упал? Вы с ума сошли? Хирурги, вы с ума сошли? Ух ты ж, нифига себе. Я думал, я туда не допрыгну. Да, я думал, я туда не допрыгну. Ну да ладно, ребята. Вот две штучки я уже нашел. Две штучки я уже нашел, но я не представляю, где нафиг остальные, ребята. Нам еще нужно 3 бактерии. Нам нужно еще 3 бактерии найти. Где? Где нафиг? Так, ладно, нам нужно как-то нереально просто, просто нереально внимательно за этим всем следить. Потому что этот раз мы уже 100% не сможем пройти. В этот раз мы уже... О, я вижу, ребята. Нужно запоминать. Вот в первый раз, честно скажу вам, я даже вот это не заметил. То, что тут есть какая-то бактерия, я даже вот это не заметил. Честно вам скажу, ребята. Честно-причестно, потому что она просто в какой-то степени даже там невидимая. Но да ладно. Сейчас мы пойдем сюда, и нам нужно найти еще 2 бактерии. Где они могут находиться, ребята? Внимательно, пожалуйста, даже вот вы смотрите внимательно.
Потому что если вы найдете, то сразу, ребята, пишите в комментарии, мол, Эдисон, я увидел, вот бактерия вот там была, иди туда, найди ее и просто выруби. Потому что если я не смогу пройти вот эту карту, а вот этот уровень в этой серии, значит, я пройду его в следующей серии. Поэтому, ребята, мне нужно... О, нашел! Нифига себе, вы тут заныкали. Нифига себе, так, круто. Я, ребят, немного простыл, извиняюсь, я не знаю, я сегодня проснулся, мне как-то офигеть, как плохо было. Я действительно проснулся, и вот прям фиг его знает. Честно, ребят, у меня горло болит, у меня насморк, у меня... Что еще? У меня нос чешется, у меня, не знаю, все чешется, даже глаза чешется. Может, это какая-то аллергия, вот эта весенняя, ребята, вот... Есть ли у вас какая-то аллергия? Болеете ли вы вот этой фигней? У меня, если честно, вот сейчас действительно вот это происходит, и я не знаю, что делать. Надеюсь, это в скором времени пройдет, потому что я вот эту фигню не люблю. Очень сильно не люблю, и горло так болит, то что я прям разговаривать не могу, а разговариваю вот сейчас с каким-то, ну, нереальным трудом. Поэтому, ребята, извиняюсь, если я буду там немного запинаться, просто горло реально так болит, то что я просто не могу терпеть. Ну да ладно, ребята, все же я для вас записываю новую серию, поэтому, ребята, я для вас стараюсь, несмотря даже на то, что я немного болею. Ну ладно, ребята, сейчас нам нужно очень внимательно смотреть по сторонам. Вот одна бактерия у нас там есть, и главный орган у нас наверху есть. Нам нужно найти последнюю бактерию, а я, если честно, не имею ни малейшего представления, где она может быть. Нам нужно очень внимательно искать, потому что, как вы видите, автор вот этой карты очень и очень и очень сильно любит вот это все прятать. Я даже в предыдущих уровнях это уже понял, потому что в предыдущих уровнях я очень много напарился, честно. Я очень много набегался, я очень много напарился, и, ну... В принципе, находил вот эти все бактерии, но действительно с большим трудом. Сейчас нам нужно найти еще... Или нет? Один, два... Фиг его знает. Вот одну я вижу. Где еще одну найти, я не представляю. Может, она где-то под... О, вижу! Вижу! Так, 70 секунд, ребята. Я надеюсь, то, что мы успеем. Я надеюсь, то, что мы успеем. Я ее вижу. Вот она. Вот она. Так, вот сейчас я заметил, ребята. Прям аплодисменты. То, что Эдисон открыл свои глаза и наконец-то заметил, где была последняя бактерия. Я, если честно... Ух ты, нифига себе, как стукнулся. Если честно, первый раз даже не заметил. Не знаю, как я... Вот тут она. Не знаю, как я первый раз вот это пропустил, честно. Так, сейчас. Главное не умереть от вот этой лавы. И да! Ты издеваешься, мать твою! Ты издеваешься! Зачем я сказал «и да»? Зачем? Это троллинг! Это троллинг! Да ну нафиг, не может быть то, чтобы я упал оттуда. Да ну нафиг, если я сейчас просру... А, охренеть! Это троллинг! Нет, нет! А, я уже не успею, ребят. Это троллинг! Это троллинг! Зачем я сказал «О, да», я упал в ту же секунду и не успел даже пройти. Я... Ладно, уже дождемся конца этого уровня и начнем новый, потому что я прям в шоке. Я прям в шоке, честно. Первая зараза, если я начал новый уровень. Если я сейчас опять вот его как-то прокакаю, как я только что сделал, я прям, если честно, с ума сойду. Пожалуйста, пожалуйста. Вот она где-то вот тут, вторая бактерия. Я знаю, ребят, почему я умираю столько раз, потому что у меня есть какие-то зависания. Я, если честно, не представляю, что это такое, но я действительно много раз умер из-за этого, вот только что на старте. Прямо на старте у меня много раз так подвисло. И сейчас, это у нас была вторая, да, у нас там есть где-то третья и также четвертая. И потом я надеюсь, что я также главный орган смогу вырубить уже наконец-то, а не так, как в предыдущем разе. Пожалуйста, пожалуйста. Боги хирурга, помогите мне, пожалуйста, потому что если я опять упаду вот тут наверху, я, если честно, сойду с ума. Я просто сойду с ума. Пожалуйста! Твою мать! 60 секунд! Да ну на, это троллинг нахрен, это просто троллинг. Я не представляю, почему меня вот этот уровень так троллит, у меня 50 секунд, чтобы сломать, вот и у меня еще лагает. У меня 50 секунд, чтобы сломать 3 блока. Пожалуйста. 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 Дай мне допрыгнуть, я прошу. Так, ладно, это мы... Это мы доп... Так, замечательно. Там я пропустил или нет? Второй и последний, да? Последний. Пожалуйста, не падай, пожалуйста. Да! Ах,
если бы я еще раз завалил вот этот уровень, я бы, если честно, сошел с ума. Так, это нужно поставить. Я просто уже давно проходил эту карту, я, если честно, даже не помню, что нам нужно. Да, прошли, ребята, еще один уровень. И давайте мы приступим к следующему. Или все? Или все? Нет, ребята, а мы прошли всю карту! Привет, Чукча! Мы прошли всю карту, значит, у меня оставался единственный уровень. Единственный. Я не скажу то, что он самый сложный. Почему? У меня намного сложнее уровни попадались. И, в принципе, я не скажу то, что этот был очень сложным. Я, конечно, лоханулся один раз, но это были лаги, или это я просто лоханулся, как я уже сказал. Но не был сложным. Поэтому, ребята, если вы хотите больше прохождений карт, я вам даю свое слово. Ребята, не поленитесь, поставьте, пожалуйста, лайк. Это очень для меня важно, и это очень для меня приятно. Большущий палец вверх, который можно поставить всего лишь за одну секунду. Если мы с вами дружно соберемся и скинемся по одному лайку, сегодня мы с вами, ребята, сможем набрать 2500 лайков. И я обещаю вам всем то, что я завтра выпущу прохождение новой и крутой карты, ребята. И видео будут выходить каждый день. Они и так выходят каждый день. Но, ребята, если вы хотите еще больше видео, по 2-3 видео каждый день, это зависит только от вас. Я просто прошу поставить лайк и также подписаться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята, я буду рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Также можете рассказать об этом видео своим друзьям, сделать репост на стенке и также написать какой-то комментарий, я его прочитаю и также, возможно, на него отвечу. Да, и я говорю тебе спасибо за то, что посмотрел это видео до конца или посмотрела. Да, я жду тебя завтра на моем канале на просмотре нового видео, потому что видео выходит каждый день. Приходи завтра, я действительно буду очень сильно этому рад, я буду тебя ждать. И, ребята, еще раз вам большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.